Добрый вечер. Вы смотрите программу «Альтернатива». Мы продолжаем обсуждать только самые актуальные и интересные темы. И сегодня с нами в студии депутат от партии «Действие и солидарность» Дариан Истрати. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Спасибо. Экономический эксперт Виорел Гырбу. Добрый вечер. Добрый вечер. Добро пожаловать на «Альтернативу». Спасибо. И постоянный эксперт нашей программы, директор Ассоциации «За демократию через участие» господин Игорь Бацан. Здравствуйте. Здравствуйте. Господа, я предлагаю вам начать довольно нашумевшие тревожные темы. Буквально за несколько дней по всей Молдове были сообщения о минировании зданий. Буквально сегодня из последнего, потому что наблюдать, говорится, уследить за вереницей минирования было довольно тяжело, но сегодня поступили сообщения о минировании исполкома Гагаузии и даже столичного торгового центра. Накануне были сообщения о так называемых бомбах. Почему так называемых? Потому что, к счастью, все сообщения были ложными. О минировании здания парламента, правительства, аэропорта и даже некоторых отделений региональных агентств госуслуг. Как вам кажется, это спланированная попытка дестабилизировать ситуацию, или же все-таки это чья-то злая шутка, господин Истрати? Ну, я думаю, что вчера было такое большое совпадение, что было на рассмотрении дело Плохотнюка по поводу его ареста на 30 дней, который уже в конце был изложен. И господина Ботнаря в том числе? Да, господина Ботнаря в 13-й пенитенциар. И это совпадение накладывает на ум, что, возможно, то есть это не просто совпадение, да, но что-то было сделано намеренно. Но я думаю, что полиция сейчас будет разбираться и найдут виновника. Ну, хорошо, а какая связь тогда между столичными инстанциями и сегодняшним минированием зданий исполкома Гагаузии? Ну, это уже предстоит разобраться полиции, да. То есть ясно то, что было около 50 таких заявлений или сообщений во многих инстанциях, включая и парламент, и правительство, и, то есть это очень странно. То есть, ну, я думаю, что правоохранительные органы сделали такую репетицию, чтобы знать, что все у них хорошо, и они готовы ко всяким ситуациям таким. Интересная версия. Господин Гырбу, как вам кажется? Ну, мы видим, что такого рода ситуации случаются в Республике Молдова более-менее часто, то есть не бывает. Мы читаем в прессе о таких, такого рода событиях. Иногда эти события совпадают с другими важными событиями, которые запланированы на тот или другой день. Наверное, все-таки можно найти определенные связи с определенными политическими событиями, которые имеют место быть в Республике Молдова, то же самое. Но можно понимать, что эти звонки ни к чему не приводят. То есть в конечном итоге просто увеличивается уровень нервозности в обществе, но в конечном итоге определенное что-то поменять в этом смысле нельзя. И мы знаем, что решение по отношению к делу, которое завели против господина Плохотнюка, было принято, и так или иначе, то есть замедление дела на один день или на полдня, как это может помочь. То есть имеют такого рода события, но в конечном итоге наши органы, правоохранительные органы, могут быстро решать такого рода проблемы, и в конечном итоге практического как-то значения, по меньшей мере, по отношению к политическим событиям в Республике Молдова, никакого практического воздействия мы не видим. Я не думаю, что это как-то влияет на внутреннюю ситуацию в Республике Молдова. Ну, я вам хочу напомнить, что в начале года, буквально сегодня стало известно, что это дело было передано уже в суд, в начале года был пойман подросток, который орудовал, мягко сказать, на юге страны, да, там было около 7 подобных эпизодов. А вам, господин Бацан, как кажется, это все-таки дело рук такого человека, который пытался пошутить, или все-таки это все спланировано? Нет, я не считаю, что это шутка. Это напрягает, потому что, ну, смотрите, они сообщают, что минирует публичные института и аэропорт Кишинева. Я считаю, что это попытка привнести вот нервозность в обществе, потому что сейчас сложная ситуация, и я полагаю, что это неспроста. Вот это. То есть потихонечку пытаются дестабилизировать ситуацию и, в общем-то, внедрить такое ощущение у граждан, что вот правительство не справляется. Вот смотрите, и безопасность граждан
ставится под вопросом. Есть другой интересный аспект. У нас же чрезвычайное положение. Вот. И, может быть, это, вот, скажем так, те, которые недовольны тем, что парламент постоянно продлевает это чрезвычайное положение, вот они таким образом, как бы, скажем так, отвечают на ту ситуацию, которая есть в Республике Молдова. Действительно, рядом идет война, надо иметь возможность принимать быстрые решения, некогда, в общем-то, проходить все процедуры. Это можно понять. И вот такая ситуация, которую я считаю, что это все-таки напрягает, потому что у всех у нас есть близкие, родственники, знакомые, и люди работают в этих учреждениях. Ну, по большому счету, это просто страшно, да, слышать. Да, это напрягает. Я считаю, что это напрягает, и я полагаю, что органы, компетентные органы должны найти решение этой проблемы, потому что так не может продолжаться. Кстати, такого рода события могут напрягать, если бы у нас были до этого примеры того, что это привело к чему-то плохому в Республике Молдова. То есть и правда привело к тому, к той ситуации, и было бы доказано, что и правда мина была. Если бы они находили все эти заложенные чем-то какие-то бомбы, взрывные устройства. Я вашу точку зрения понимаю, тогда, наверное, но когда мы говорим о безопасности... Вот, я понимаю, полиция должна реагировать. Граждане, разумеется, должны определенным образом вести себя. Но в конечном итоге это влияет просто на скорость работы этих учреждений. Аэропорт заработал, суды заработали. Мы можем полагать, что это маневры для усыпления бдительности и так далее и тому подобное. Поэтому шутить с такими вещами... Ну, разумеется, не нужно... Шутите на правительный ход, даже быстро все это надо, проблемы решить. Все это надо пресекать, и за это надо наказывать. Да, поэтому вся надежда на... Так много негатива в нашем, в каждом я дне. Я согласен. Поэтому, в принципе, не очень сильно обращаю внимание на такого рода события, на такого рода новости, потому что в любом случае мы видим, что творится в соседней стране, там все гораздо сложнее. То есть очень много негатива. Хорошая точка зрения. В соседней стране расслабляться не стоит. Я хотела отметить другой момент, что шутки шутками, но каждый вызов стоит от 15 тысяч леев. Как защитить бюджет в таком случае, господин Эстрати? Потому что накануне министр юстиции предложил ужесточить наказание за подобные ложные сообщения. Возможно, одна мера, которая может быть принята, это ужесточить. Но я хотел бы отметить один момент. Вот господин Буцан сказал, что кто-то недоволен чрезвычайным положением, и, может быть, он так вот свое недовольство высказывает. Я бы хотел сказать, что чрезвычайное положение, которое есть на данный момент, оно не ограничивает права человека. То есть у нас проходят спокойно протесты, то есть люди выходят, то есть свою позицию высказывают, никто им не запрещает это делать. То есть таково ограничение прав человека нету. То есть чрезвычайное положение в другом случае работает сейчас. Согласен, но вы же видите, что есть реакции, вот как реагируют на введение чрезвычайного положения. Мы понимаем, почему вводится это чрезвычайное положение, как раз для того, чтобы защитить права человека, потому что мы знаем, что это чрезвычайное положение особо необходимо для обеспечения, скажем так, прав рефуджаций. И быстрого реагирования. Быстрого реагирования. Но есть недовольство, и, наверное, кто-то таким образом, я так полагаю, я возможно, не буду возможно настаивать, что моя точка зрения правильная. Но я считаю, я согласен, что за такие шутки или тем более намерение дестабилизировать ситуацию надо ужесточать наказание, потому что это неприемлемо для нормального общества. Ну, будем надеяться, что правоохранительные органы как можно скорее прольют свет на все подробности, и мы узнаем, чьих рук это дело. На этом я предлагаю поставить запятую, да, если нужно будет вернуться к этому вопросу с большими подробностями. Но если другая... граждане успокоились... Да, будем надеяться, да, что на это прикрыть, на этом. Господин Гырба очень оптимистично смотрит на ситуацию, может быть, это действительно... Другая немаловажная тема, которая волнует граждан, о которой говорят уже несколько дней. С 1 июля повысилась почти на 5,5 процентных пунктов ставка по кредитам Примакас. Речь идет об ипотечных кредитах на получение жилья.
Бенефициарами этой программы являются малоимущие граждане, люди, которые не могут по тем или иным причинам приобрести самостоятельно жилье. Так вот, коммерческие банки пояснили, что это связано с увеличением индикативной ставки, которая возросла до 9,47%. Господин Истрати, есть ли какая-то статистика, сколько граждан столкнулись с проблемами или с невозможностью выплачивать этот кредит? Да, есть, конечно, статистика. Около 7 тысяч семей. Они бенефициары этой программы? Бенефициары, да. Но я бы хотел начинать с... Для чего была создана эта программа «Примакас»? Она была создана для малоимущих семей. Вот вы правильно подчеркнули. Малоимущих семей и работников госучреждений. Но, как мы знаем, через несколько лет закон поменяли и добавили другие возможности. И сейчас я могу сказать, что в эту программу входят и не только малоимущие семьи. То есть любой человек, который смог себя либо сделать рефинансирование, тоже можно было сделать через программу «Примакасы». То есть сейчас эта программа расширилась очень сильно. Да, является большим риском любой ипотечный кредит. Абсолютно. То есть у меня у самого с 2014 года есть не «Примакас», но обычный. И то есть каждый человек, который берет кредит, берет на себя риск. Здесь государство пришло с гарантированием, что государство, если что случится, да, вот государство гарантирует, что этот риск как бы будет закрыт. Насколько мы обсуждали этот вопрос еще с начала июня с нашими коллегами из партии. Насколько мне известно, сейчас уже заканчивается изобретение механизма, как это будет работать и как будет, откуда придет помощь. Ну, если я понимаю, речь идет о том, что банки не вправе больше, чем на 6% в год повышать ставку. Ну, это часть. То, что вы видели, вот есть в публичном слушании законопроект от правительства, где там написано так, что в течение полугода банки не имеют права повысить более чем на 4%, и в течение 12 месяцев более чем на 6% не имеют права повысить ставку. Но есть и другая сторона, потому что мне кажется, что банки вот за последнее время очень хорошо заработали. И, то есть мое личное мнение, что если то есть всем не тяжело, да, так сказать, то есть нелегко, то нужно напрячься и то есть войти в ситуацию и как бы прийти с помощью и немножко снизить свой профит для того, чтобы не создать ситуацию, потому что если ситуация пойдет в ту сторону, что люди не смогут оплачивать кредиты, то есть они станут банкротами, да, потому что не смогут оплатить по счетам, то есть это уже принесет за собой другие очень неприятные экономические моменты. Поэтому не нужно доходить до этого. И я уверен, что мои коллеги из правительства в скором времени придут с механизмом и с решением, как это будет работать и куда пойдет компенсация. Однозначно компенсация должна пойти в сторону семей малоимущих и в сторону семей с маленькими детьми. То есть я думаю, что да. То есть это будет какая-то денежная компенсация или банки не смогут столько наживаться, как вы говорите? Давайте еще недельку потерпим и увидим, как это будет, чтобы я не наговорил что-то того, чего там не будет. Хорошо. Господин Горбу, как вам кажется, кто виноват в такой ситуации? Банки, которые не объяснили бенефициарам, что процентная ставка может расти? Или же в нынешних условиях, когда и базовая ставка увеличилась и превысила там 18%, если я не ошибаюсь, каждый сам за себя? А при чем тут банки? Банки тут ни при чем. А кто? Тут регламент, который был утвержден правительством. У банков максимальная маржа, мне кажется, 3% пункта, которые они могут добавить. Я хотел бы немножко уточнить. Мы не говорим о 4%, мы говорим о 4% пунктах. Uh-huh. Это разные вещи. 4% пункта — это где-то увеличение стоимости на процентов на 30-40. Да? То есть не 4%, но увеличение стоимости может быть очень существенным, даже до 50%, эти 4 или 6 процентных пунктов. Если попробовать ответить на ваш вопрос, вы знаете, ситуация очень сложная, и мы говорим о определенном лице этой проблемы, но проблема велика,
И, к сожалению, правительство проблемы не видит. В первую очередь, правительство не должно смотреть только на бенефициаров программы Примакаса, на всех бенефициаров. Вот господин депутат говорил о том, что он сам бенефициар ипотечного кредита. А почему не попытаться понять ситуацию всех должников банков и частных юридических лиц? И не попытаться найти, увидеть общую картину в национальной экономике, не беря во внимание определенную программу, неважно, в какой программе. Важно, чтобы не допустить банкротства никого, или, по меньшей мере, банкротов было меньше. Потому что все банкроты будут влиять негативно и на социальную, и на экономическую ситуацию Республики Молдова. Во вторую очередь, банки компенсируют, то есть Министерство финансов, исходя из этого регламента, этой программы компенсирует 50% той потери, которую могут нести банки, но не частные лица, то есть не бенефициары. Бенефициары в любом случае останутся без ничего. То есть их в любом случае, если они не справятся... Да, 50% риски банков, не риски бенефициаров. То есть банкам удобно. То есть им в любом случае, они в любом случае в выигрышной ситуации. Но говоря о тех условиях, которые привели к этой ситуации, разумеется, в первую очередь самое, то, что мы видим, это монетарная политика, очень агрессивная монетарная политика, которая продвигается национальным банком, а вот мою агрессивную монетарную политику я вижу из-за недопонимания тех корней инфляции, которые сейчас происходят в Республике Молдова. То есть правительство не понимает, почему у нас происходит инфляция. И правительство не пытается понять и объяснить эту инфляцию. Но с моей точки зрения, с моего, так как я вижу события, как они развиваются в экономике Республики Молдова, у нас инфляция не монетарная. То есть это не проблема национального банка. Национальный банк сейчас идет огромное давление. Мы видим, что ПАС очень активно, и у ПАС очень хорошо получилось всех сдвигать с функции и назначать кого-то нового. И, разумеется, руководитель Национального банка не хочет потерять работу с зарплатой, мне кажется, 160 тысяч в месяц, или какие у них заработные платы. И он будет делать все, что угодно. Но Национальный банк сейчас просто убивает экономику. И убивает, потому что все поставили... Потому что давление огромное на Национальный банк. Но вина за инфляцию не на плечах Национального банка. Вина, она более обширная, и в том числе часть вины носит и правительство, которое допускает в государственных финансах огромный дефицит. А дефицит покрывается, опять же, за счет кредитов, которые правительство притягивает у коммерческих банков, да? А эти кредиты идут на социальные выплаты. То есть правительство... В прошлом году я рассчитывал, потому что цифры в каждом месяце меняются, но давление на инфляцию в прошлом году, когда я последний раз смотрел, скажем, месяца 3-4 назад, давление на инфляцию было большим со стороны правительства, нежели со стороны политики, которая проводилась национальным банком. А никто об этом не говорит. И в первую очередь правительство, когда есть возможности, постоянно ставит ответственность за инфляцию на плечи Национального банка. Разумеется, мы видим, что наше законодательство, оно несовершенно, и в законодательстве написано, что Национальный банк должен заниматься и отвечает в конечном итоге за инфляцию. Но мы все понимаем, что инфляция не всегда монетарная проблема. Инфляция может быть масса разных других факторов, которые влияют на увеличение инфляции. И так случается, что мы сейчас эти факторы не пытаемся изучить и понять. Правительство не говорит о факторах. Мы можем сейчас, опять же, привести тот аргумент, который привела госпожа Гаврилица, о том, что ожидание инфляции увеличит инфляцию. Разумеется, мы понимаем все эти теории, экономические теории, но когда инфляция 30% говорит о ожиданиях, и что вы, граждане сами виновны. К этому вопросу я обещаю вернуться. А вас, господин Истрати, вы согласны, что Национальный банк разрушает экономику? Я думаю, что Национальный банк поднял то, что поднял ставку, да, то есть индикатор, да, это правильно, с одной стороны, потому что как бы кредиты должны быть уменьшены, и депозиты должны расти, да, то есть это обычное дело, что взять рубильник и перевернуть его в другую сторону. То любить есть, экономику, что... потому что кредиты выдаются всему, и частному сектору, и экономика выдается всем. То, что я хочу сказать, инфляция в большинством случаев у нас в Молдове сейчас из-за того, что у нас импортная инфляция, мы импортируем. То есть это не Национальный банк, да. Это и, то есть мы об этом говорим, то есть мы всегда об этом говорим, что инфляция у нас импорт, поэтому мы знаем ситуацию, и я вам скажу, что когда вот любая партия, которая делала кампанию предвыборную, и ни одна партия не имела в предвыборной кампании, что вот у нас так в 2022 году будет война, и вот мы будем так реагировать, и вот, то есть никто не знал, что мы дойдем до этой ситуации и как этой ситуации управлять.
Потому что мы сейчас в таком состоянии, которого еще ни одно правительство не было. Из кризиса в кризис, да, это тоже звучало в этой студии. Господин Бацан, что вы можете сказать по этому поводу? Мне понравилось, очень понравился подход господина Гербо о том, что в кризисной ситуации бизнес, в том числе банковский бизнес, должен быть социально ответственный. Это интересная точка зрения, но мне кажется, что это надо разрабатывать, потому что господин Гербо настаивает на то, что это должна быть глобальная какая-то политика правительства, ее кто-то должен разработать. Но у меня вопрос к господину Гербо, потому что его точка зрения мне понятна, но если бы он мог, потому что он заинтриговал, вы действительно заинтриговали, если вы можете приоткрыть скобки и сказать, с вашей точки зрения, что бы следовало правительству и Национальному банку сделать для того, чтобы взять под контроль инфляцию. Это очень интересно. Я на днях читал французскую газету, и там в экономической рубрике говорил о том, что правительство Франции будет изучать по каждой... То есть направление экономики по группам товаров и услуг, как увеличить цены, если цены увеличатся объективно. Вот они каждый товар берут и изучают. И правительство Молдовы должно делать примерно то же самое. Посмотрите на импорт этого товара, в какой цене этот импорт произошел, по группам товара, по самым сложным товарам, там, где рост цен очень, очень высок, взять этот, всю цепочку и просмотреть всю цепочку, кто импортеры, как они импортируют, сколько этих импортеров, кто является бенефициарами этих импортеров, кто имеет капитал, если там риск монополии, нет там риск монополии, что происходит, кто покупает, и опять же, покупает, если экономические связи, объективные экономические связи между теми, которые импортируют в больших количествах и которые после этого дистрибьюируют, или нет, то есть продают уже в конечном потребителю и так далее. Нужно все изучать, всю эту цепочку изучить и понять, где происходит проблема. Проблема на стороне наших властей, потому что у нас закон очень сложный, просто импортеров мало, и тогда импортеров много времени и ресурсов теряют на то, чтобы реализовать этот импорт. Или проблема в том, что не существует конкуренции и просто субъективно растут цены и так далее. Но нужно с этим разбираться. Не просто говорить, что инфляция, посмотрите, мы импортируем инфляцию. Ну, импортируем, все импортируют инфляцию. Сейчас все экономики открыты. И Украина имеет открытую экономику, Россия имеет открытую экономику, несмотря на все эти эмбарго и так далее. Румыния имеет открытую экономику, все имеют открытую экономику. У всех импортируется инфляция. Не до 30%. У нас рекорды в Турции, но Турция там совсем другая. В Турции самая очень мягкая монетарная политика. Да, и поэтому они сами создали себе 60% инфляции. А после Турции мы идем. То есть, а почему у нас? Почему так случилось? Правительство, в принципе, должно смотреть на уровень инфляции, исходя из региона в Республике Молдова. И мы заметим тот факт, что на юге, там, где меньше развита экономика, там, где население самое бедное, инфляция самая высокая. Самый маленький уровень инфляции в Кишиневе. То есть там, где экономика более развита, там, где больше конкуренции, там больше потребителей, там инфляция меньше. То есть проблема инфляции не в том, что импортируется по большим ценам, а в том, что у нас нет объемов продаж, потому что у наших экономических агентов нет средств для того, чтобы покупать большие объемы. У наших экономических агентов нет, может быть, мышления для того, чтобы перенастраивать логистику, покупать где-то из других регионов, потому что в Украине все сложнее и так далее. То есть нужно найти правду, какая проблема этой инфляции. Вот если вы идете к доктору, вы больны, вам, для того, чтобы вас вылечить, нужно поставить правильный диагноз. Если диагноз неправильный, кто вас вылечит? Нужна то есть полная будет диагностика. А никто диагностикой не занимается. Я предлагаю на этом моменте поставить небольшую запятую и вернуться к очень интересной беседе сразу после рекламы. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerboveschi, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum.
Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Тобой, Сергей, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul nu vreau. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni.
invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00, Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлей Будич. Не пропустите на ТВ8. Мы вернулись в студию «Альтернативы» и продолжаем нашу очень интересную беседу. У меня к вам вопрос. А поскольку растет инфляция, и мне кажется, что, мягко говоря, 30% еще не предел, но я надеюсь, что все не так плохо, будут ли внесены поправки в действующий проект о бюджете на текущий год? Мне же кажется, там не предусмотрена такая большая инфляция. Сейчас... И резонно ли делать это? Да, сейчас в правительстве есть в разработке изменения в бюджете. И я думаю, что к осени они придут к нам с проектом. И будем тогда смотреть. Но однозначно нужно повышать доходы жителей, да, работников госучреждений. Однозначно нужно повышать, потому что люди не успевают за такими ценами. И так как ситуация совсем нестандартная, то есть война возле нашего государства, и все цепочки логистические, которые были в Одессе, в порту, просто их сейчас нет. То есть людям на второй день пришлось придумать, как им завести продукцию, те же продукты питания, то есть это довольно сложно организовать такие логистические процессы, но и это дороже, чем было до войны, то есть однозначно, соответственно, вот эта цена, то есть дороговизна транспорта сразу отражается в обычной цене продукции, то есть это естественно, это экономические процессы, которые никто не может ими управлять, но однозначно нужно повышать доходы. У меня встречный вопрос. Тогда резонно ли до внесения этих поправок в проект закона о бюджете помочь предпринимателям объявить, например, мораторий на государственный контроль или объявить налоговые каникулы? Рассматриваются ли эти меры? Первичнее мы сейчас вот помогаем сельскохозяйственным предприятиям, да, то есть мы даем полностью, возвращаем акциз на топливо, и мы возвращаем на то топливо, которое было использовано с 1 января 2022 года, и сейчас, насколько мне известно, то есть несколько дней назад я разговаривал с господином Боле, председателем комиссии сельского хозяйства, и он сказал, что за пару дней там уже 150 заявлений было подано насчет возврата акциза. И я думаю, что будем помогать. И, конечно, нужно целенаправленно не на больших, которые очень хорошо заработали в прошлом году, кстати, большие предприятия сельского хозяйства, но именно на вот эти микро, средние, и то есть на них, чтобы они вот получили, чтобы то есть они перешли вот этот рубеж, потому что сейчас вот у них есть расходы по работам, поэтому это очень большая помощь для них будет. Господин Горбо, остановится ли уровень инфляции на прогнозируемом 27-30%?
Сложно сказать. Мое субъективное мнение о том, что инфляция не остановится. Где-то дойдет до 40%. Можете посмотреть на рапорт, то есть анализ о инфляции, который подготавливает Национальный банк. У них раз в 3-4 месяца они приходят перед населением и говорят о том, что, как происходит, что происходит с инфляцией и какие у них прогнозы по отношению к инфляции. Если смотреть на как развивались их прогнозы, то есть они всегда ошибались по отношению к третьему кварталу этого года, да, или на 2-3 квартала на будущие 2-3 квартала ошибались насчет инфляции, всегда увеличили инфляцию. По последнему, последний рапорт у них говорит о том, что где-то в третьем квартале самый высокий уровень инфляции где-то на уровне 40%. То есть даже реально дойти до инфляции где-то в 40%, и после этого, может быть, есть вероятность того, что инфляция пойдет на спад, но мы не знаем, как будет выглядеть зима, потому что сейчас огромная проблема с энергоресурсами. Мне кажется, проблемы в этом секторе будут только увеличиваться, и ситуация может быть даже хуже, нежели те 40%. Может быть, для нас 40% будет маленькой в сравнении с той реальностью, которая нас ждет в зимний холодный период времени. Но я думаю, что вероятность того, что инфляция будет высокая, да, потому что что нас заставляет думать о том, что инфляции не будет. То есть, что происходит? Я говорил о том, что у нас агрессивная монетарная политика. И нужно понимать, в экономике, с экономической точки зрения, инфляция не всегда плохо. Инфляция еще и возможность. Вот если цену увеличились на 40%, импортные цены увеличились на 40%, давайте производить тут. Ну, даже если мы будем производить некачественно, и объемы не те, и нет товарного знака, который бы знали все люди, но по меньшей мере цена и качество будут подходящим. Давайте будем производить больше. А как производить, если у нас такая агрессивная монетарная политика? Кто сейчас кредиты берет? Никто производить не хочет. Все боятся вкладываться в новые производства. И какие у нас аргументы думать о том, что инфляция пойдет на спад? Нет, у нас очень агрессивная политика, монетарная агрессивная политика, политика направлена против экономического роста. И у нас огромная вероятность того, что в следующем месяце случится то, что называется стагфляция. То есть и стагнация, и инфляция. То есть не будет и рабочих мест, то есть экономика остановится, никакого экономического роста не будет. А у нас экономический рост... Как долго это может продолжаться? Ну, как долго? Мы можем полностью разрушить экономику. То есть я не знаю, что они, власти наши предпримут, ну, и что у нас случится в нашем скажу, регионе. У нашей власти нет такой цели разрушить экономику. Ну, я думаю, что вы объективно об этом не думаете. Как управлять, но и как вопрос решать в том, что де-факто вы что делаете? Не... Ну, что вы решили? Ну, вы де-факто чем вы занимаетесь? Мы тоже помогаем и повышаем. А кому помогаем? Потому что, опять же, у них странная политика. Мы до этого говорили о том, что помогут и маленьким сельским хозяйствам, да, то есть сельскому сектору. Давайте немножко подумаем о том. И среднем тоже. Ну, я понимаю, очень хорошо. Доля сельскохозяйственного сектора в ВВП Молдавии маленькая. У нас до этого было сельское временное ВВП, аграрная страна и так далее. Но сейчас у нас поменялось, структура экономики поменялась. Сейчас у нас экспорт IT-услуг больше, нежели экспорт сельскохозяйственной продукции. Проблема со сельским сектором в том, что много людей работают в этом секторе. То есть у нас много людей в сельской местности, которые не могут себе найти, не могут найти возможность где-то работать. И поэтому они работают в маленьком сельском предприятии. Да? А зачем этим людям продлевать мучения? Им нужны другие рабочие места. Такая огромная доля населения, которая зависит от сельскохозяйственного сектора, это плохо. И у нас никогда не останутся эти 100, почти 200 тысяч, 100 с лишним тысяч людей, которые зарабатывают в этом секторе. Нельзя иметь огромные, хорошие доходы, тогда у нас при такой маленькой площади страны так много людей работает в сельскохозяйственном секторе. Эти люди богатыми не могут быть. То есть их нужно переводить в другие сектора. Промышленный сектор, сектор оказания услуг. Правительство что-то делает? Они просто продлевают, добавляют какой-то допинг. Мы вам уменьшим акцизы, расходы на акцизы, потому что мы вам продлим это мучение. В любом случае, у них возможность развиться не такая высокая. Смотрите. Предложите что-то другое этим людям. Предложите обучение в новые специальности. Создайте рабочие места в промышленном секторе и так далее. Как раз про это хотел сказать. Вот у меня есть законопроект по поводу ваучеров для людей, которые безработные, да, которые не имеют специальности. Да. И вот при анализе ситуации, то есть
Пришли к выводу, что там из 100% безработных 82% не имеют никакого вообще, никакой специальности. То есть обучать и взять человека, который работает каждый день в сельскохозяйстве, и поставить его на каком-то заводе, то есть он должен пройти какой-то курс, он должен захотеть этого сделать. У нас сначала найти... Вот я ездил по регионам в агентство по трудоустройству, я вот общался с людьми, которые там работают, и как вы привлекаете людей, чтобы вот их трудоустроить, их дать им какое-то образование, чтобы они смогли какую-то специальность взять элементарную, да, чтобы смогли заработать больше денег. И то есть меня удивило, что вот они говорят, вот люди просто не хотят учиться, они не хотят работать, не хотят, вот им хватит, вот он вышел, поработал там в поле, получил там свои 300-400 лей сейчас, насколько увеличились, то есть и все, и он больше не хочет работать, и он пошел там в бар, пошел, купил себе что-то домой, и все, то есть ему не надо обучаться, это очень большой и сложный процесс, это вот даже нужно провести, то есть обучение и программу на многие годы, это не делается за пару месяцев. У нас где-то 20%, пятая часть активного населения трудоспособного возраста работает в сельскохозяйственном секторе. Я не думаю, что такая характеристика подходит ко всем 20%. Вы найдете 1-2% людей, которые ничего не хотят, они просто где-то не утруждают себя ничем другим, поработали где-то у кого-то на хозяйстве за 300-400 лет, после этого купили себе не знаю что, стакан вина, скажем так, и просто ничем себя не утруждают. Очень далеко с характеристикой зашли. Да. Нельзя говорить о том, что 20% населения такие неактивно. По этому поводу думать? Да. Куда нас мне нравится подход господина Гырба, но мне кажется, что то, что он предлагает, это долгосрочные все-таки программы, потому что вот случился кризис, и правительство, я так полагаю, это застало правительство врасплох. И находить хорошее решение в такой ситуации очень сложно. У нас была встреча с министром финансов, с господином Армашу. Да, это была такая дискуссия. И на все эти вопросы, которые мы обсуждаем, они отвечали, вроде бы, они отвечали, в общем-то, достаточно логично. Вы говорите, господин Гырбу, о том, что можно было бы найти решение. Но что делать с паникой? Вот смотрите, сейчас кризис, война. Высокие цены на топливо, еще засуха. Как повлиять на граждан, не допустить панику? Они вот начнут скупать все в магазинах и так далее и тому подобное. Это создает новые проблемы. Тоже надо учитывать. Поэтому здесь очень-очень интересно. Очень интересная проблема, так как кибернетическая система. Да? Надо находить баланс факторов, которые влияют на всю эту систему. Это сложно. Вы говорите о панике, но если смотреть на примеры того, как ведут себя другие правительства, они просто не то, что не допускают панику, потому что иногда паника — это рациональный подход человека. Если человек рационально покупает больше сейчас, не потому, что быстро услышал и принял решение в течение 5 минут. 5 минут — это паника. Но если человек подготовился за 2-3 дня и решил что-то купить побольше, накупить себя побольше, потому что он знает, что вот где-то осенью или зимой цена увеличится, это не паника, это рациональный подход человека. И в других странах правительство не то, что не допускает панику, а даже информирует людей и говорит населению, вот подготовьтесь. Но до этого правительство говорят и с экономическим агентом. То есть они как-то более-менее ту информацию, которую представляют населению, они до этого прорабатывают, разумеется, анализируют, если это реально. То есть пытаются как-то понять, какой это будет финальный результат такого рода информации. У нас правительство не говорит ни с кем. То есть правительство не говорит о том, что, смотрите, ситуация очень сложная в Украине, мы понимаем, что в течение 3-4 месяцев... Как не говорим? Мы постоянно об этом говорим. Вы это просто объясняете о том, что вы объясняете... Насчет паники я вам скажу. Вот соль у нас была паника, то есть все подумали, что все, соль закончится и никогда соли в Молдове не будет, хотя соли было достаточно и во всех там на складах соль была, то есть и была паника, потом была паника с маслом подсолнечным, да, там была хитрость такая, что масло, которое одоризанты, не знаю, как будет на русском, дезодорированное масло, оно, то есть не проходило по этому списку социальных продуктов.
и поэтому нам пришлось быстро принять решение, чтобы поставить в список социальных продуктов масло дезодорированное, чтобы снизить цену, потому что цена увеличилась до 50 лей, потом она упала, цена упала до 32-33 лей. Правительство не должно объяснять то, что происходит, а правительство должно предупреждать, готовить население к тому, что цены увеличатся. За 3-4 месяца уже говорить о том, будьте готовы к тому, что будет определенный шок на рынке и так далее. Правительство просто у нас объясняет, говорит, что цены увеличатся, потому что в Украине конфликт, потому что мы импортируем. Мы понимаем объяснение, но это постфактум. А нужно было до этого делать определенный анализ и говорить, у нас такого рода развитие имеет место быть, будьте готовы. Потому что вероятность того, что случится такого рода шок, уже высокая. Никто не знал, сколько это продлится и насколько это быстро. Но в любом случае, я так полагаю, что информационная политика правительства, она не выдерживает критики. Потому что то, что говорит господин Гырбо, мне представляется как бы разумным подходом. Надо больше говорить с гражданами, объяснять. Потому что по-другому вот создается такая ситуация, и как бы такой порочный круг. Мы в ситуации, когда вот у людей ожидания самые такие мрачные. Я с вами соглашусь, что нужно больше общаться, нужно больше разговаривать об этом. Я предлагаю вам перейти к следующей теме, потому что и в этом случае ожидания довольно мрачные, и говорить мы будем о грядущих повышениях стоимости природного газа. Поэтому для начала я предлагаю вам посмотреть репортаж, который сняли наши корреспонденты. Что думают рядовые граждане о новом отопительном сезоне? Это же криза. И криза мондиала. И мы живем в рынке с людьми. И как есть в всех странах, так и в нас. Реала и экономика. Значит, смотрите, скажем так, цену на газ. Guvernarea noastră ce face? Pentru regiunea ocupată, pentru regimul de ocupație, a făcut așa ca gazul să fie gratis. Deci gazul este gratis. Pentru noi gazul se scumpește în fiecare lună. Tare greu. Mai ales pensionare nu avem. Eu mă gândesc, de pildă primesc pensia 2000 de lei, nici 2000 încă, da? Și, da, acum încă mă mai ducem, dar la iară, în timpul de când o să începe căldură. Noi tot s-a scumpit și lumina și gazul și noi trăim practic tot cu același salariu care a rămas. Sincer, sunt foarte trist. Eu simt diferența de vara trecută și vara asta. Vara trecută îmi permiteam mult mai multe decât amu. Acum, din păcate, nu. Este foarte important ca guvernul să vină cu ajutorul populației, pentru că salariile nu cresc în măsura în care cresc și tarifele. De aceea, cel puțin, în opinia mea, vreo jumătate de an, ar fi cazul să fie făcute careva compensări, la, în primul rând, la tarife ce țin de comunale. Мы вернулись в студию «Альтернативы». Итак, «Молдова Газ» запросила очередное повышение без НДС до 23 лей в 57 банов. И хочу поинтересоваться вашим мнением. Раз таким образом «Молдова Газ» признает, что не справляется с затратами ни на приобретение природного ресурса, ни на его транспортировку, и каждый раз мы в этой студии обсуждаем о том, что мы зависим напрямую и от стоимости природного газа на международном рынке, но все-таки может быть проблема в том числе и в самом предприятии. Потому что, как мне кажется, в начале года Счетная палата объявила о проведении аудита на «Молдовагаз». Может ли что-то выявить данный аудит и таится ли проблема в самом предприятии, как вам кажется, господа? Я могу сказать, что когда мы говорим «Молдовагаз», мы должны понимать, что это «Газпром». То есть нет такого предприятия, как «Молдовагаз», как отдельное предприятие, которое независимое и решает, какую цену ставить на газ. Однако, то есть они... Цену насчет на правую сторону Днестра. Они думают, что вот им не хватит на растраты, вот запросили повышение. Вот как-то они забывают, что на левую сторону Днестра там газ бесплатно идет. То есть они там какие-то копейки, может быть, но и то они не выплачиваются, Молдова газа, выплачиваются на пенсии и зарплаты гражданам Республики Молдова, которые живут на левой стороне Днестра. Поэтому здесь нужно сразу понимать, и откуда растут ноги, так сказать. Чтобы... Но нужно еще смотреть, какие растраты у «Молдова Газ» были на здание, на ремонт, на постройку здания.
То есть нужно это, конечно, выявить. И, насколько мне известно, аудит не был сделан, который должен был быть сделан, и не прошел, потому что там никто не захотел участвовать в тендере. Или из-за этой ситуации, в которой мы сейчас являемся, с войной возле нашего государства. И посмотрим, как будет дальше и что решит агентство национального регулирования по этому поводу. То есть вы ожидаете, что может быть отказ, да, на эту просьбу? Я не могу сказать, что решит НАРЭ. У вас есть какие-то внутренние ожидания по этому поводу? Мои внутренние ожидания, то есть должны быть, если вот посмотреть цифры, да, и сказать, что вот да, действительно, то есть, но то, что мы видим, это мы видим красивые здания, которые они потратили кучу денег на это, да, и не обосновали, зачем им такое здание, да, и, но надо смотреть, что скажет НАРЭ по этому поводу. Хорошо, господин Горбу, как вам такой сценарий, если газ просто станет не по карману? Ну вот люди перестанут платить за газ, всех отключат? Да, разумеется, Молдовгаз должна платить. То есть они сейчас платят 50% аванса, да, то есть они могут просто покупать сначала газ, а после этого платить за этот газ. Мы не должны платить наперед газ. Если у Молдовгаз не будет денег, то, разумеется, Газпром будет счастлив отключить газ Республики Молдова. Думаете, что он будет счастлив? Да, я думаю, да. А Газпром может за такую некую обиду на проевропейские стремления Молдовы хотя бы начать процесс требования выплаты исторической задолженности? Разумеется, у них очень большая палитра возможностей давления на Республику Молдова, и мне кажется... Потому что неоднократно господин Медведев заявлял об этом. И интенции, намерения для того, чтобы реализовывать это давление, у них тоже есть. Ну, мы понимаем, что правительство, в принципе, имеет другой говорит, дискурс, нежели тот дискурс, который хочет услышать «Газпром», мы понимаем, потому что то есть сейчас нереально, нельзя по-другому вести себя. То есть я не думаю, что правительство в этом виновато. Но так или иначе, мы идем по разным направлениям с Российской Федерацией, с «Газпромом». То есть у нас нет возможности как-то что-то их одобрить. Да? То есть в любом случае «Газпром» имеет достаточно поводов для того, чтобы надавить на Республику Молдова или показать, как все просто, как все плохо, когда у нас, когда кто-то ссорится с Российской Федерацией. И де-факто мы в этом направлении идем. Потому что у нас, опять же, мы говорили о том, что как можно повлиять на Молдову газ для того, чтобы урезать эти расходы. А там дорога никуда. Я не думаю, что правительство может надавить на Молдовгаз. Просто никак не может. Молдовгаз может сделать все, что угодно. Вот правительство скажет, что мы не согласны с Молдовгазом, мы просто ликвидируем это предприятие, потому что предприятие де-факто банкрот. То есть, де-факто, исходя из законодательства Республики Молдова, это предприятие не должно больше функционировать. У них долги где-то 7 миллиардов, да, за тот газ, который ушел в Приднестровье и не был оплачен. Нельзя так работать. То есть, не исходя из закона Республики Молдова, нельзя. Но мы все знаем, что Молдовгаз монополист, их просто нельзя выгнать, конкуренции нет никакой. То есть, де-факто, правительство давления на Молдовгаз не существует. И, исходя из этой ситуации, правительство должно было найти какой-то выход для того, чтобы как-то чем-то такого рода услуги покрывать за счет собственного производства. И не нужно терять время для того, чтобы инвестировать в... Об этом хочу сказать сейчас. Я не думаю, что аудит выход, а выход был бы инвестировать в солнечную энергию, инвестировать в какие-то другие зеленые энергии. Мы не можем подключить к этому владение к солнечной энергии. Хотя бы частично. Потому что в любом случае нужно в этом направлении продвигаться. А мы ничего, опять же, не предпринимаем. Потому что правительство Республики Молдова выплатило те компенсации, то есть де-факто подала субвенции для Молдовгаз, то есть для того, чтобы это предприятие и дальше функционировало. И мы понимаем, что нужно было найти быстрый выход в той ситуации, но вот проходит лето, и что сделало правительство? Приняло какие-то вот по меньшей скажу, мере... Что сделало ну, давайте, правительство, скажите, и парламент. Господин Страт, если вы на меня не обидитесь, сразу после рекламы вам слово. Небольшая реклама. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Da, băi, sărbici, ține jos, gata. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la telefonul nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orchei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8.
Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânei, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8. Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза cu Natalia Ghețu. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Тобой, Сердич, ține jos, gata. Тот, care au furat miliardul, toți mirușini, mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta se debate în o programe. Nu capul ei. Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gherbovescu, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii.
iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebări. Мы вернулись в студию «Альтернативы». До ухода на рекламу господин Истрати сказал, что предоставлю вам слово. Да, вот господин Горбук говорил, что ничего не делается. Вот по поводу альтернативного источника энергии. Да, то есть элементарный закон, который мы недавно проголосовали в парламенте, который разрешает сельскохозяйственным предприятиям или там юридическим лицам на свои земли, которые не надо их перенести на земли под строительство, на свои аграрные земли, чтобы они могли там расположить панели, солнечные панели. То есть никто об этом не думал десятки лет, чтобы это сделать, да, и это элементарно. Люди ходили, меняли статус, да, земли на под строительство, платили взятки там советникам местным для того, чтобы они это все разрешили. Вообще был очень странный момент, когда вот все поле вот хорошее, да, а вот посередине поля вот плохая земля, потому что там поменяли вот качество земли для того, чтобы разрешить строение, разрешить поставить там панели солнечные. То есть делается также вот насчет газа. Вот я скажу вам, что проблема не только в компенсации, то есть как мы будем помогать малоимущим семьям. Проблема в самом газе, откуда у нас будет газ, потому что мы не знаем, у нас вот зимой будет газ с России или не будет. Поэтому, то есть, мы сейчас принимаем меры для того, чтобы газ был с другого источника. То есть даже сегодня в комиссии мы проголосовали, провели, завтра, скорее всего, будет на заседании парламента законопроект по поводу кредита от Берд, чтобы мы смогли закупить и в срочном порядке газ. И это вот то, что мы обговорили, чтобы это можно было сделать. Этот даже газ может быть по лучшей цене, чем российский? Конечно, должен быть по лучшей цене. То есть, но сейчас, я думаю, что не стоит поспешить, потому что цены на рынке сейчас очень большие. То есть буквально за две недели цены выросли в два раза. И нужно немножко подождать, чтобы это все утихомирилось. Но, то есть, мы делаем определенные шаги, чтобы гарантировать, что зимой люди не будут замерзать. И я могу сказать, что зимой люди не будут замерзать, потому что мы готовимся для того, и для самых вот плохих ситуаций, конечно, мы не хотим этого, но не от нас зависит. Надеемся, что все-таки цены придут. От вас зависит помощь, которую вы можете предоставить гражданам. И помощь, да, но смотрите, вот есть вот такой принцип, что вот цены могут вырасти вот как в 3 раза, в 10 раз, да, государство не сможет полностью, потому что у нас нет столько денег, мы не богатое государство, мы одна из самых бедных стран в Европе, поэтому, то есть, у нас нет такого большого кошелька, чтобы можно было покрыть все расходы сразу и решить все проблемы. Хорошо, а как государственные структуры готовятся к новому отопительному сезону? Проводится термоизоляция зданий? Есть какие-то ощутимые результаты? По поводу проектов есть. Вот у нас есть проект «Сатул Европян», который мы сейчас подали заявление, 720 примарий подали заявление, и там есть и именно и вот такие проекты по теплоизоляции садиков, школ, но также, то есть, мы Министерство социальной защиты сейчас готовит механизмы, как концентрировать помощь тем людям, которые нуждаются, малоимущим семьям, чтобы это не было сделано, как вот в прошлом году мы просто, у нас не было этого механизма, да, то есть мы дали всем, то есть всем в фактуру, да, то есть мы, но сейчас это будет только малоимущим семьям, нужно думать об этом. И также мы думаем насчет программы по поводу
насчет дров, да, чтобы мы смогли людям дать в селах, потому что газы используют в основном в городах. В селах люди этой зимой газ не очень-то использовали. Они увидели, что газ дорогой, и отключили системы, и у них есть альтернатива. Да, у них есть печка и дрова, и они могут альтернативу использовать. Поэтому мы дадим помощь гражданам. Сейчас работаем над этим. Вкратце, господин Горбу, как вам кажется, этой зимой будет больше затрат на отопление, чем в прошлом? Ну, разумеется, будет больше, потому что мы видим, что цены пошли вверх, и серьезно пошли вверх по сравнению с тем, что было в прошлом году. Если в прошлом году мы считали, что где-то расходы увеличиваются на несколько миллиардов леев, 4-6 миллиардов леев расходы населения, то, разумеется, в этом году ситуация может быть гораздо серьезнее, и, то есть... Все-таки риски социальной нестабильности, очень риски огромные, связаны с тем, как мы выйдем из холодного периода года. От кого зависит успех, так сказать, пережить этот отопительный сезон? От граждан, которые будут экономить, или от государства? Мы граждан, в первую очередь, потому что граждане сами должны готовиться и сами, в принципе, должны пенять на себя. То есть спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Принцип базовый. Мы живем в рыночной экономике, мы живем в демократии. Первое, то есть граждане должны сами отвечать за себя, то есть сами должны строить свое будущее. И то же самое посредством выборов. То есть если они чем-то не согласны, то должны говорить с правительствами и пытаться что-то требовать от правительства. В первую очередь граждане, разумеется, должны что-то предпринимать, а во вторую очередь, разумеется, правительство должно смотреть на развитие событий, и когда делать определенные прогнозы и определенные планы. Я не соглашусь с тем, что у нас до этого не было инструментов. Были инструменты, а что случалось, то есть социальная помощь. Это инструмент, который был внедрен в Республике Молдова с 2008 года. Именно для такой ситуации, когда у людей нет возможности оплачивать какие-то базовые расходы, то они могут обратиться за помощью. У нас этот инструмент был нет, оставьте, был другой инструмент, Шторп, Интерпиадр и Речанлы, то есть помощь для холодного периода времени. То есть инструменты были. И просто можно было даже тогда, в начале года, оплачивать эти компенсации не всем, а тем, которые просто обращаются за помощью. Да, не давайте компенсации всем, а как-то сохранить эти ресурсы, ресурсы инвестировать в что-то другое. Господин депутат говорил о том, что вот они очень активны и поменяли закон, и поставили какую-то запятую в этом законе, и они очень хорошо поработали. Давайте исходить из того, что инвестиции в зеленую энергетику это очень сложно, и это большие инвестиции, технологии несовершенны, и они окупаются себя в 10-20 лет. И никто, даже если господин депутат поставил какую-то точку в каком-то законе, никто ни деньги инвестировать под такой проект не будет сейчас в Республике Молдова. А нам сейчас это нужно. А у нас сейчас базовая ставка. У нас базовая ставка огромная, и инвестиции... Не сейчас, давайте еще. Ну, вчера. В этом году мы знаем, что у нас критическая ситуация будет зимой. Нужно сейчас, летом, хотя бы как не всем, но чем больше, тем лучше, чем-то помочь. У нас базовая ставка очень высокая. Монетарная политика очень агрессивная. Монетарная политика направлена против того, чтобы брать кредиты, да, потому что потому что правительство давит на Национальный банк, потому что считается, что инфляция из-за монетарной политики. Из-за этого никакого развития в Республике Молдова не происходит. Развитие должно быть. Хотя бы сейчас нужно инвестировать в зеленую энергетику. Никаких проектов для частных лиц не существует. Есть проекты, которые не очень рабочие и так далее для экономических агентов. Скоро законопроект, который позволит... Вы подождите до осени. Нет, он в разработке сейчас. Вы должны были весной уже подготовить этот проект. Было ясно уже тогда, что ситуация очень сложная. Было запросить у этих внешних доноров несколько сот миллионов, не только на закупку природного газа, а на несколько сот миллионов для того, чтобы поставить эти панели, солнечные панели, или инвестировать в другие средства отопления, которые не на природном газе. Весной мы занимались беженцами, к сожалению. Там туда пошли большие деньги на растраты и помощи людям, которые убегали от войны. И там мы действительно в большом таком напряженном режиме. Я сам координировал центр беженцев в Манеже. У меня в центре было 820 человек, которые просто приходили, то есть они менялись. Мы каких-то помогали, чтобы они уезжали в другие страны, там, в Германию, Но много проблем, конечно, я согласен с вами, и нужно решать. Насчет инвестиций больших, это нужно было сделать вчера, а не сегодня. Но хотя бы сегодня сделать что-то? Мы сегодня то, что мы делаем, то есть это все, закон не пишется за один день. Вы знаете, что если не сделаешь публичные слушания, то там придет и скажут, почему ты не сделал публичные слушания. Если ты не дал достаточно времени оппозиции, чтобы они пришли с амендаменте, да, с поправкой, да, то есть они тоже скажут, почему вы не дали на время. И так, то есть мы в напряженном режиме,
То есть проходим законы. Господин Бацан, как вам кажется, кто может помочь нам пережить этот отопительный сезон? Ну, мы сами должны себе помочь. Естественно, правительство должно разрабатывать политики в данной отрасли. Но то, что мы видели, да, что они правильно поступают сейчас, они хотят отказаться от компенсации всем. Было сказано о том, что будут 6 категорий граждан, которые, возможно, будут бенефициарами вот этих, как это, компенсаций, да. И очень обрадовал нас господин Вадим Чебан, который сказал, что газ у нас будет, но мы не знаем, по какой цене и из какого источника. Так что ситуация остается очень сложной. Но надо искать решение и надо надеяться, что мы сможем перезимовать и заодно... А, по-вашему, Россия заинтересована в том, чтобы в отместку напрямую прекратить нам поставку? Я не думаю, что Россия прямо думает о мести какой-то, но мы знаем, что газовый рычаг это... А почему? Господин Медведев четко сказал, что стоит только заикнуться Не только господин Медведев. Давайте вспомним Владимира Николаевича Воронина, который на совместной пресс-конференции с господином Ющенко в 2006 году обращался к Европейскому Союзу, говорит, вот смотрите, газ Россия использует как политический инструмент, это давно известно, и, естественно, сейчас, насколько я понимаю, давление на правительство, ну, ребята, давайте ищите возможность вот это, для того, чтобы понизить цены на газ, пойдите в... господину Путину, договоритесь. Но это имеет обратную сторону. То есть, если мы хотим для себя начертить перспективу на будущее, то приходится вот делать такие компромиссы. Очень сложные, и мы не знаем, как все это закончится. Но господин Гырбо отметил очень важную вещь. Возможная социальная дестабилизация. И это очень интересный вопрос, потому что те, которые могут раскачивать лодку и, в общем-то, дестабилизировать ситуацию, они должны иметь ответ на вопрос, а что они могут предложить в этой ситуации. Вот, так что вот такая неординарная ситуация. Поэтому... Господа, я предлагаю ненадолго прерваться, чтобы подключить нашего собеседника из Украины и поговорить по поводу ситуации в соседней стране. С нами на связи политический аналитик, кандидат философских наук Валентин Гладких. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что вы подключились к нашей сегодняшней беседе. Господин Гладких, хочу начать с последних событий в Лугано, с конференции, на которой обсуждались вопросы восстановления Украины при помощи внешних партнеров. И, как я понимаю, обсуждается уже процесс предоставления средств за счет арестованных российских активов. Как вам кажется, господин Гладких, это реальный сценарий и возможно ли восстановление объектов гражданской инфраструктуры, пока Украина охвачена войной? Ну, это зависит от того, ну, где находятся эти объекты инфраструктуры. Ну и кроме того, нужно давать себе трезвый отчет в том, что некоторые объекты инфраструктуры, ну, придется восстанавливать, невзирая на то, что страна находится в войне. Ну, потому что это объекты критической инфраструктуры. Я слышал предыдущих спикеров, они говорили, я так понимаю, об отопительном сезоне. То есть, естественно, что если мы говорим, например, об этой инфраструктуре, то хочешь не хочешь, а ну, придется ее восстанавливать. Ну, дальше тут нужно также отдать должное Зеленскому, что уже ну, была создана комиссия, ну не комиссия, а совет при президенте Украины и по вопросам послевоенного восстановления Украины, ну, цель которого как раз и нарабатывать возможные сценарии ну, восстановления Украины. Я ну, повторюсь, возможные сценарии, то есть их может быть несколько.
Я не думаю, что тут как бы источник будет один. Я думаю, что значительная часть это будут донорские средства. Просто, ну, уже многие города европейские высказались о своем согласии предоставить соответствующую помощь отдельным городам Украины. Это будет помощь, безусловно, межправительственное соглашение. Ну, то есть, когда будут страны Европейского Союза, я думаю, не только Европейского Союза оказывать соответствующую помощь. И третий источник, который вы уже упомянули, это да, те средства, которые на сегодняшний день заморожены, ну, принадлежат Российской Федерации, либо тем гражданам Российской Федерации, которые попали под санкции. Тут нужно отметить достаточно эффективную работу комиссии Ермака Макфола, которые работают, тоже прорабатывают возможные сценарии, как эти санкции против Российской Федерации сделать более болезненными для России и максимально эффективными, соответственно, для нас. Ну и это справедливо, то есть они разрушили, я думаю, что будет справедливо, если за их средства это и будет восстанавливаться. Но я повторюсь, все равно это все будет зависеть от того характера протекания именно военной компоненты, которая, к сожалению, ну, до сих пор имеет место быть в Украине. Господин Гладких, по-вашему, почему агрессор продолжает наносить бесчисленное количество ударов именно как раз-таки по объектам гражданской инфраструктуры? Здесь не могу не напомнить недавние удары по Сергеевке. Я бы хотел просто сказать, что вот многих какое-то ошибочное мнение сформировалось, и людей возмущает, что вот агрессор наносит удары по объектам цивильной инфраструктуры. Такое чувство возникает, что как будто бы, когда он наносит удары не по цивильной инфраструктуре, то это ок. Ну, то есть сам факт вторжения и войны против суверенного государства Украины, то есть, да, со стороны Российской Федерации, уже является преступлением. Причем преступлением, но против всего мира, потому что мы уже видим, какие последствия это вторжение, эта бессмысленная война имеет в достаточно отдаленных уголках нашей планеты Земля. То есть это один момент. Второй момент, как вы сказали, почему наносят? Так они наносили с самого первого дня такие удары. И цель очень простая. Ну, во-первых, они не скрывают своего желания, по сути, уничтожить украинский народ. То есть как бы для них это не проблема, да, то, что гибнут мирные люди. Потому что гибнут украинцы, украинцев не должно быть. Да, помните эту фразу, которую приписывают Жукову? Я не могу ручаться, что она имела место действительно быть. Но тем не менее эту фразу приписывают этому. Полководцу говорит о том, что когда была битва за Киев, когда освобождали Киев во время Второй мировой войны, и брали буквально мобилизованных без оружия, без обмундирования, кидали в бой. Ну и когда ему сказали, что они в большинстве погибнут, он сказал, чем больше их погибнет сейчас, тем меньше нам потом вывозить в Сибирь. Вот его отношение к украинцам. И я думаю, что, к сожалению, отношение Путина не намного изменилось к украинцам. Ну, поэтому да, то есть как бы наносят удары для того, чтобы уничтожать людей. И второй момент, то есть это террористические откровенные практики, цель которых сломить волю к сопротивлению. Ну, то есть посеять страх, панику и сломить, главное, волю к сопротивлению. Но я не думаю, что это будет реализовано, потому что, ну, как бы наоборот, украинцы только мобилизируются, ну, наблюдая за таким абсолютно варварским и, я не знаю, бесчеловечным способом ведения войны. Поэтому я практически уверен, что россияне будут продолжать обстреливать мирные города и убивать мирных украинцев. Ну и я практически уверен, что это существенно никоим образом не скажется на общественных настроениях в Украине. Но более того, у нас недавно проводили социологический опрос, исследование в Украине. И там большинство украинцев практически уверено в том, что, ну, Украина в этой войне выиграет. Ну, то есть как бы уверенность украинского общества в своих силах, она растет. То есть, несмотря на вот эти обстрелы и абсолютно варварские способы ведения войны. Ну и третий момент. Но у россиян есть это оружие, они его используют. И будут использовать до тех пор, пока будут иметь такую возможность. Поэтому, если кто-то хочет прекратить как можно быстрее это кровопролитие, то есть только один способ. Это помочь вооруженным силам Украины разбить российскую армию, по крайней мере, экспедиционный корпус, интервентов, если так можно сказать, и сделать ее небоеспособной в Украине, для того, чтобы они отползли. Ну, либо, как они любят говорить, в последнее время продемонстрировали жест доброй воли. У нас, правда, это говорят, жест доброй боли.
Как раз таки об этом хотела с вами поговорить. После жеста доброй воли, так называемого, на острове Змеины, как вам кажется, с появлением дальнобойного оружия Украины, будет ли таких жестов больше? Ну, я уже выше сказал, у нас в Украине шутят, да, что это был жест доброй воли. Ну, то есть у них как бы есть прямая корреляция, да, и между чем им больнее, тем больше жестов доброй воли они демонстрируют. Соответственно, да, в мере того, как Украина будет получать соответствующее вооружение, я думаю, что тем больнее мы сможем им делать, и тем быстрее это повлияет на их поведение. Но я не думаю, что это там произойдет буквально за 2 дня или за 2 недели, как многие, да, там настроились. У нас просто, знаете, как маятник качается. То есть, когда началась война, все говорили, что там россияне за там 3-4 дня возьмут Киев. Но сейчас динамика немножко изменилась, и уже все начинают фантазировать о том, что уже Украина, там, я не знаю, за 2 недели дойдет до Москвы. Или там, я не знаю, возьмет Севастополь или Симферополь. Нет, к сожалению, мы не должны расслабляться и понимать, что эта война будет продолжаться до тех пор, пока Россия и российская армия имеют возможность вести боевые действия. До тех пор, пока военно-политическое руководство Российской Федерации сохраняет веру в то, что они военным образом могут достичь каких-то целей в Украине. То есть вот 2 составляющих. Пока они присутствуют, эти составляющие, война будет продолжаться. И, соответственно, единственный способ ликвидировать эти составляющие, аннигилировать их, это предоставить, в конце концов, Украине достаточное количество необходимых вооружений для того, чтобы вооруженные силы Украины максимально эффективно могли решать военные задачи. Задачи, которые связаны с ликвидацией, ну, как живой силы, так и военной техники врага, которые будут делать их небоеспособными, соответственно, как бы подталкивает российское руководство к тому, чтобы искать какой-то способ выхода из этого конфликта. Но другого способа, к сожалению, я не вижу. И я думаю, что не потому, что я его не вижу, а потому, что его просто не существует. Ну, альтернатива, да, капитуляция Украины. Такой способ я вариант не рассматриваю. Господин Гладких, и хочу еще поинтересоваться вашим мнением о том, что на самом деле происходит в Белгороде. И выгодна ли такая ситуация России? Попытаются ли таким образом они вмешаться в поставки вооружения Украине? Ну, то, что они пытаются вмешаться в поставки вооружения Украине, это очевидно. То есть они этим занимаются, по сути, с момента начала войны, прилагают максимум усилий. Но по этому поводу как бы есть четкая позиция, которая уже артикулировалась теми странами, которые предоставляют нам это вооружение. Военные объекты на территории Российской Федерации, которые осуществляют обстрелы украинских позиций, могут быть абсолютно легальной и легитимной целью. Но я не думаю, честно говоря, что Украина этой возможностью там воспользуется. То есть, когда говорят об ограничениях, да, там, как контролировать вооружение, как мы будем использовать, ну, то речь идет все-таки не о 30, не 40 и даже не 100 километрах. Речь идет о тысячах километров, о сотнях километров. То есть, такое вооружение, как вы понимаете, Украине никто как бы и не предоставляет. Да? То есть ракеты, там, которые могут долететь до Владивостока. Но это абсурдная абсолютная идея. Поэтому, как бы, да, россиянам, конечно, это выгодно. Но для того, чтобы там, во-первых, как бы мобилизировать свое население, то есть создавать этот образ врага, да, то есть как бы легитимизировать в глазах собственных граждан эту абсолютно бессмысленную агрессию. Ну и да, то есть постоянно спекулировать на том, что смотрите, там украинцы ничем не лучше, или там какую-то все эту глупости говорить. В этом плане, кстати, абсолютно меня возмутил этот отчет ООН, лейтмотива которого все не так однозначно. То есть там почему-то ускользнуло от авторов этого доклада, то, что если бы россияне не вторглись на нашу территорию, то всех бы тех ужасов просто не было, которые неизбежно возникают всегда, когда идет война. Поэтому как бы я хотел бы, чтобы мы все-таки отдавали себе отчет в том, что первопричиной всех этих ужасов является политика Российской Федерации. То есть я не думаю, что Украина будет наносить какие-то удары там по Белгороду, по каким-то
объектом гражданской инфраструктуры. То есть как бы я больше склонен думать, что россияне могут повторить свои подвиги, да, которые в известной книге Фельштинский, да, кажется, да, то есть ФСБ взрывает Россию. То есть вот это люди, которым ничего не стоит взрывать собственные дома, организовывать теракты в собственном метро, ну, терроризировать, по сути, собственное население. Помните, я думаю, вы в курсе этого известного российского, ну, как я знаю, комик-шоу, там есть такой, как бы шутка такая по поводу того, что, а чем Россия может ответить? Чем Россия может ответить американцам? Ну, нанести удар по Воронежу. Ну вот, собственно говоря, да, то есть когда они могут нанести удар, я не знаю, там по Киеву, наносят удар по Белгороду для того, чтобы показать, что вот смотрите, там мы тут что-то можем. Как бы. Ну это, я уверен, практически не будет иметь каких-то серьезных последствий в плане вопроса о предоставлении Украине соответствующих вооружений. Я повторю, у нас на территории Украины достаточно есть военных объектов российской армии уже на оккупированных территориях, чтобы мы по ним наносили удары. То есть нам еще, как бы сказать, неинтересно, да, то есть у нас как бы недостаточное количество оружия для того, чтобы мы его так и использовали, ну, абсолютно малопродуктивно. Ну, а да, по всем объектам наносили, наносим и будем наносить удары. По крайней мере, по тем объектам, которые россияне имеют на оккупированных территориях Украины. Это наша территория. Включительно территории Донецкой, Луганской областей и Автономной Республики Крым. С этим нужно просто смириться. Господин Гладких, спасибо вам большое, что вы подключились к нашей сегодняшней беседе. И я надеюсь, что мы еще увидимся и услышимся в нашей студии с хорошими новостями. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. Но я вам предлагаю вернуться к обсуждению сразу после небольшой рекламы. А сейчас реклама на ТВ-8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la nu capul ei. Hai băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel. Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovescu, de start agenda informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22, facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19, îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii de oameni. Invitații lui sunt cel mai greu de abordat. Întrebările lui sunt directe și incisive. Este onest, de încredere, curajos. În fiecare marți, de la 20:00. Freedom cu Dorin Galben. Doar la TV8. Яркие события, о которых невозможно молчать. Достоверные факты, которые не утаить. Чем запомнилась уходящая неделя? По субботам в 22:30 подводим итоги с Юлией Будич. Не пропустите на ТВ8.
Natalia Ghețu și în fiecare duminică de la ora 19 facem sinteza săptămânii. Îți arătăm realitatea așa cum este ea. Duminică, ora 19:00. Синтеза с Наталья Гетсу. Непростые и поистине судьбоносные решения требуют весомых аргументов и исчерпывающих ответов. Итак, хочу начать, пожалуй, с главной темы. Радуюсь и плачу. Чтобы внести ясность в события минувших дней. Спасибо, правда, Молдавии, за все, что сделали. Два слова буквально. В чем мы отстаем, с чем нам нужно еще справиться? Кто-то наживается, а мы виднеем. Кто на сегодняшний день выступает в роли этого щита? Все это шокирует, и я не знаю, как дальше жить. Смотрите программу «Альтернатива» с Юлией Будеч по средам в 20:00 на ТВ8. Am fost lângă tine când îți cereai dreptatea în stradă. Ți-am fost alături când luptai pentru libertate. Toți care au furat miliardul, toți mirușini. Am pus întrebări. Dar sunt deputați care nu se văd. Asta de la Hai, băieți! Am vrut să vă întreb dumneavoastră de unde interveniți, din Monaco, Orhei, Israel? Și am aflat răspunsuri. Am analizat, iar tu ți-ai făcut concluzii. Nu mă opresc. Vineri la TV8. Întreabă Ghețu, ora 20:00. Ca să faci alegeri corecte, trebuie să fii informat. Veronica Gerbovesche, de start agende informaționale la știrile amiezii, de la ora 12:00. Transmisiune în direct, evenimente care se întâmplă acum. Știri descoperite și investigate de echipa TV8. O echipă curajoasă și liberă, care spune adevărul așa cum este el. Subiecte care te privesc, care te inspiră, care îți dau putere să mergi înainte. La 19 fix ești gata pentru cel mai important buletin de știri al zilei. Angela Gonța îți spune bună seara. Încep știrile TV8. Sunt știri despre tine. Informații care îți schimbă și marchează viața. La ora 22 facem sinteza zilei în limba rusă cu Iana Stepanenko și Iulia Budeci. Răspundem la întrebările adunate peste zi. Iar tu îți faci concluzii. Iar duminică la ora 19 îți oferim o analiză a celor mai importante subiecte ale săptămânii, prezentate de Natalia Ghețu. Știrile se întâmplă la TV8. Are sute de mii de urmăritori pe rețelele sociale. Interviurile lui sunt privite de sute de mii. В студию «Альтернативы», и вот о чем предлагаю я вам поговорить. На заседании Народного собрания Гагаузии сегодня должна была рассматриваться декларация, в которой должна была быть прописана официальная позиция Гагаузии по отношению к предоставлению Молдове статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. И я надеюсь, что больше подробностей мы узнаем от нашего специального гостя, редактора портала «Нокта.МД» Михаила Серкели. Добрый вечер. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, все-таки обсуждалась сегодня в Народном собрании Гагаузии эта декларация, что она предполагает, и главное, какова ее юридическая ценность? Приветствую всех участников дискуссии, там вижу Игорь, привет. Я, насколько я знаю, декларация была включена в повестку дня, и она была, насколько я понимаю, 11-м вопросом. Я, честно говоря, не успел посмотреть, они дошли до этого вопроса. Но, скорее всего, они дошли до этого вопроса и, скорее всего, они обсудили этот вопрос. Ну, она предполагает возмущение Народного собрания тем фактом, что Гагаузию или Народное собрание в данном случае не включили в группу по заполнению анкеты для Европейского Союза. Ну, это стандартная анкета, процедура, которая предусматривает получение статуса кандидата. Вы знаете, о чем идет речь. Это анкета, состоит из 33 глав. В каждой главе, там, не знаю, по 100 или по несколько десятков вопросов. Вот Народное собрание возмутилось тем фактом, что Гагаузию туда не включили. Ну и там... То есть, грубо говоря, не предоставили возможности внести свою лепту в заполнение этой анкеты? Или как? Или не увековечить свою позицию в этой анкете? Ну, смотрите, я, честно говоря, не совсем понимаю, в чем вопрос, в чем претензия. Потому что сам факт того, что Республика Молдова получила статус кандидата, с моей точки зрения, должен восприниматься положительно и должен радовать
власти территориальной автономии. Если, конечно, депутат Народного собрания и власти Гагаузии озабочены освоением статуса гагаузской автономии. Почему? Потому что Европейский Союз на сегодняшний день можно назвать раем для автономии, да, различных автономий, культурных, административных, территориальных. Да, то есть депутаты Народного собрания этого созыва, предыдущих созывов неоднократно ездили в Европейский Союз и, скажем так, посещали успешные автономии. Тот же Южный Тироль, там, не знаю, в автономиях Великобритании они были, на Аландских островах, по-моему, были, да, то есть, ну, как бы огромное количество автономий, как я сказал, различных. И сам факт того, что Республика Молдова получила статус кандидата, как бы, с моей точки зрения, в Гагаузии должны были сказать, ну и слава богу. Вот если бы правительство упустило или, скажем так, просрало эту возможность, извините за то, что выражаюсь в эфире, да, вот тогда, я думаю, как бы с Гагаузией претензии были бы обоснованы, сказали, ну что же вы так, да, ну как бы, ничего же нас не пригласили, мы бы там все сделали. А так все нормально, быстро получили. Я, честно говоря, не понимаю, в чем претензия, вот честно. А, господин Серкелев, а почему, вот как вам кажется, почему до сих пор Народное собрание Гагаузии никак не высказывалось по поводу вот, довольно значимого события, которое мы так долго ждали, которому, простите, готовились, получение статуса кандидата? Ну, сидели, молчали, я не знаю, ждали, как бы, ну вот. Вы понимаете, это же все идет вразрез с референдумом 2014 года, а там сейчас балом в Народном собрании правят те, которые, как бы, референдум превратили в такую священную корову. Те самые референдумы 2014 года, помните, да, там три вопроса выносилось. Об отложенном статусе, вопрос об интеграции в Европейский Союз, либо вопрос об интеграции в таможенный союз России и Беларуси. Казахстан. Тогда, как вы помните, по данным, которые представили организаторы референдума, 97% проголосовало за вступление или вхождение Республики Молдова в союз, таможенный союз России, Беларусь, Казахстан. И вот как бы сколько лет спустя, да, то есть 8 лет спустя Республика Молдова становится, получает статус кандидата. Ну, как бы это ж не совсем соответствует всей риторике, которая была все эти годы. День 2 февраля, кстати, когда проходил этот референдум в Гагаузии, признан Днем Народного Единства решением Народного Собрания. В общем, как бы вы же понимаете, что это не совсем соответствует. И поэтому я думаю, что высказались просто для того, потому что надо было высказаться, ну, сохранить лицо, скажем так. Вот примерно так. Господин Серкели, и последний у меня к вам, наверное, главный вопрос. С чего нужно начинать с действующей власти, чтобы наконец-то наладить диалог с Камратом? Ну, я не знаю, диалог вроде как бы есть. Есть эта рабочая группа, есть эта платформа парламента Гагаузии. Понимаете, я думаю, властям Республики Молдова нужно не просто налаживать диалог. Властям Республики Молдова нужно наводить порядок в тех областях, где у властей Республики Молдова есть особые компетенции. Это выборы. Я думаю, что здесь нужно, скажем так, вносить свою лепту и участвовать в организации проведения выборов так, чтобы они соответствовали международным стандартам и стандартам честных и свободных выборов. Наши наблюдения показывают, что с выборами в Гагаузии, именно выборами, которые проводят местные органы власти, ну, скажем так, не все очень гладко. Есть и вопросы к избирательной системе, есть и вопросы к тому, как организуются и проводятся выборы. Второй момент – это обеспечение прозрачности в вопросах финансирования политической деятельности на территории Гагаузии, да, потому что сегодня, к сожалению, Россия имеет неограниченное влияние и воздействие на настроение людей здесь через средства массовой информации. Плюс мы понимаем на политические элиты через медийную поддержку, политическую поддержку. Мы так понимаем и через финансовую поддержку. Поэтому здесь необходимо работать. Это достаточно сложные, щепетильные моменты. И диалог, он, конечно, должен быть, но при этом должны быть определенные, скажем так, условия, нужно обсуждать сложные вопросы. А эти сложные вопросы сегодня обсуждать никто не готов, к сожалению. Спасибо, господин Серкели, за ваш комментарий. Я надеюсь, что мы с вами сможем еще пообщаться в нашей студии. Поэтому спасибо, что оперативно ответили на наш звонок. Приятного вечера. Удачи вам. До свидания. Всего доброго. Господа, вот мы услышали нашего спикера из Гагаузии. Вот по-вашему, как можно наладить диалог с Камратом? И, насколько я знаю, вы состоите в этой межпарламентской группе по общению между Кишиневым и Камратом.
Да, я в группе, парламентской группе по работе с представителями Гагаузской автономии, с депутатами Гагаузского народного собрания. Я могу сказать, что удивлен, вот читал декларацию, удивлен, что там написано, что вот, мне кажется, просто они считают, что их не берут во внимание настолько достаточно, чтобы, то есть, так чувствуется то, что они изложили в этой декларации. Второй момент, который меня очень сильно удивляет, что у нас прошлый вторник у нас было с ними заседание, и ничего про декларацию никто не говорил. То есть у нас очень открытый диалог, у нас есть формальные встречи, у нас есть неформальные встречи. Господин Владимир Боля, председатель рабочей группы, предложил, чтобы все субъекты, которые предлагают обе стороны, чтобы они все обсуждались. То есть и вот включаем повестки дня и обсуждаем абсолютно все субъекты. Нет никаких табу, которые мы не будем обсуждать. То есть, пожалуйста, хотите про это, давайте про это будем разговаривать. Просто у наших коллег из Гагаузской автономии есть вот такая привычка, вот у нас то, что есть на повестке дня, мы обсуждаем, а потом они на пункт разные, они приходят с такими серьезными законопроектами, которые просто меняют не то, что закон, а и Конституцию Республики Молдова хотят поменять. И то есть это невозможно вот так вот работать, да, то есть нужно обсуждать это все, нужно тщательно проходить через все процессы, через юридические наше управление. Вот у них даже до сих пор и не было управления юридическое в Гагаузии, которое помогло бы им вот эти законопроекты, то есть улучшить, да, то есть сделать хороший анализ для того, чтобы их можно было считать как законопроект. И еще кроме этого, то есть мы обговорили, давайте вот мы приходим к какому-то решению, давайте вот будем продвигать парламент. Не всегда получается, как хотим, но есть общение, мы очень открыты и обсуждаем, очень много времени это все занимает. Господин Горбу, вам как кажется, от чего зависит диалог между Кишиневым и Камратом? От того, чтобы этот диалог был и имел место быть. То есть, в конечном итоге, мы, стороны должны между собой общаться и уважать друг друга. И нужно понимать тот факт, что, в принципе, в любом случае разногласия будут. Потому что каждый из сторон проявляет определенное политическое видение. И это нормально. Политики должны как-то проявлять себя и будут проявлять себя и на будущее. Мне кажется, все-таки тот аргумент о том, что в подготовке документов для получения статуса кандидата в Европейский Союз, для поступления в Европейский Союз, тот факт, что не были услышаны гагаузские власти, то есть никто с ними не говорил, мне кажется, все-таки определенное упущение, потому что мы сейчас живем и проходим очень щепетильные времена, когда нам дестабилизация ни в коей мере не нужна, и нам не нужно, чтобы кто-то чем-то был недоволен или проявлялись какие-то внутренние разногласия, серьезные разногласия. Мы понимаем, все-таки есть определенное видение, есть определенное настроение в этом регионе, поэтому, в принципе, нужно было переходить так быстро через и более-менее предоставлять такой серьезный документ без того, чтобы был достаточный диалог. То есть это определенное упущение, и, наверное, все-таки политики должны быть более осторожными. И именно сейчас, в этот период времени. Я к дополнению хочу сказать, что Башкан является членом правительства. Соответственно, Башкан, то есть больше всего над этим документом работало правительство. То есть Башкан могла высказывать все свои, то есть, мнение по этому поводу. То есть не было никаких... Нет, правительство технически не работает. Правительство просто утверждает документ, но правительство не работает над текстом документа. То есть технически там работают эксперты, консультанты, работники министерства и так далее. Башкан на протяжении созидания правительства может либо утвердить документ, поддержать документ или опровергнуть документ. Но вникать в технические... К сожалению, у нас не так много времени. Я очень хотела затронуть еще тему, обсудить тему грядущей реформы образования, грядущей реформы высших учебных заведений, поскольку у каждого есть своя гражданская позиция. Есть она и у меня, но я как модератор не могу ее высказывать, поэтому мне было интересно послушать ваше мнение. Но, к сожалению, у нас не осталось так много времени, поэтому я обещаю, что мы обсудим это в следующей программе. А сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Альтернативный взгляд» Игоря Бацана.
Уважаемые телезрители, интересные времена настали. Поток резонансных событий с важными последствиями для общества становится практически неиссякаем. Вот и после публикации проекта решения правительства о слиянии, реорганизации учреждений в сфере образования, научных исследований и инноваций появился шквал возражений против намерений реформировать высшее образование в нашей стране. Аргументы правительства понятны. В Республике Молдова на 3,5 миллионов человек приходится 14 публичных и 10 частных высших учебных заведений. Помимо этого, в подчинении Министерства образования находится еще примерно 15 исследовательских институтов. Тем временем демографическая ситуация в Молдове ухудшается. За последние 10 лет число студентов сократилось примерно на 40%. Система отделения научных исследований от преподавания давно себя изжила. Качество исследований и подготовки кадров для народного хозяйства неуклонно снижается. Отмечается неуклонное старение преподавательского состава. Поэтому правительство и предлагает реформу высшего образования, нацеленную на совмещение преподавательской деятельности и подготовку кадров и исследовательскую работу для повышения качества как образования, так и исследований. Однако научное сообщество недовольно тем, что предстоящая реформа застала их врасплох, справедливо отмечая, что такие важные реформы требуют тщательной подготовки и ответа на множество сопутствующих вопросов. И оппозиция предъявляет претензии правительству за отсутствие транспарентности. И это правильно. Несмотря на это, имеются предпосылки для объединения усилий власти, оппозиции и научного сообщества с целью проведения столь важной для общества реформы. Смотрите, 15 лет назад, в 2007 году, коммунисты приняли национальный план развития, который предусматривал оптимизацию школьной инфраструктуры из-за демографической ситуации. Уже в 2014 году Альянсом за европейскую интеграцию был принят кодекс образования. 3 года спустя, в 2017 году, демократы реформировали Академию наук, передав исследовательские институты в ведение Министерства образования. Еще через 3 года социалисты начали процедуру слияния высших учебных заведений. Так, Университет Академии наук и Институт международных отношений были поглощены Госуниверситетом. И вот сейчас настал момент, когда просто нужно завершить то, что было начато 15 лет тому назад и проводилось поэтапно. Проблема не просто в том, что реформу образования надо завершать, а в том, как это сделать наилучшим образом. Мы знаем, что в Молдове достаточно талантливых преподавателей и учащихся, которые каждый год радуют нас всевозможными медалями на международных олимпиадах. Олимпиадах по физике, химии, математике и так далее. В связи с этим у меня возник вопрос. А сколько из этих медалистов поступают в молдавские высшие учебные заведения по окончании лицея? Интуиция подсказывает, что большинство из них предпочитает поступать в престижные зарубежные университеты. Поэтому поднять престиж молдавских высших учебных заведений необходимо. Всего вам доброго. Ну что ж, господа, я благодарю вас за участие в сегодняшней программе. Очень быстро пролетело время, это значит, нам было о чем поговорить с вами довольно продуктивно. Спасибо вам большое. А с вами мы увидимся на следующей неделе в среду в 8 вечера. А далее не пропустите новости с моей коллегой Ириной Стрибко.